Добрый день, уважаемые зрители! Подготовка помещения под размещение автоматизированной производственной линии близится к завершению. В этом видео мы также подробнее познакомим вас с оборудованием, из которого будет состоять автоматизированная производственная линия, в состав которой войдут автомат для намотки катушечных групп статоров электродвигателей, станок для втягивания катушек обмотки в пазы статоров электродвигателей, станки для формования лобовых частей обмоток, станок для изолировки пазов статоров электродвигателей, станок для бандажирования и увязки лобовых частей обмотки статора. Ну а подробнее познакомиться с оборудованием вам помогут комментарии Виктора Арестова. Наши машины готовы к отправке, ждут тестирования, подписания акта о качестве изготовления. Это будем делать завтра. Вся линия здесь. Это оснастка для машин, для различных моторов. То есть для каждого мотора, для каждого типа оснастка меняется, но машины остаются те же.
когда оператор укладывает одни и те же моторы, обмотки для одних и тех же машин, моторов, то оператор гораздо быстрее справляется. На заводе это все для каждого клиента разные обмотки, поэтому темп укладки тоже отличается. То, что мы видим сейчас, это разные витки втягиваются в один и тот же статор на одной и той же машине. Сразу же идет изоляция позолки. We'll be right back.